Льготный проезд входит в набор социальных услуг и доступен инвалидам, ветеранам и пострадавшим от воздействия радиации. Маршруты и виды транспорта – воздушный, железнодорожный, автомобильный и другой – для поездок к месту лечения определяются в соответствии с законодательством. Социальный фонд России оформляет бесплатный проезд вместе с путевкой в санаторий или при направлении на лечение. Гражданин получает талон, который затем предъявляет билетную кассу. Пассажир может также воспользоваться электронными сервисами. После посещения клиентской службы социального фонда республики информация о льготнике автоматически поступает в транспортную компанию, и человек получает возможность оформить бесплатный проездной документ через интернет.